В детской школе искусств города Видное состоялось выступление учеников-преподавателей по вокалу Анастасии Кузнецовой. Ее воспитанники пели под классическую музыку, исполняли народные песни и произведения на иностранных языках. Программу концерта разработала сама Анастасия Васильевна с учетом возраста детей и их интересов, а также приближающихся праздников. Я стараюсь затрагивать и выбирать какие-то произведения тематические, которыми они бы могли поздравить и наших пап, и мужчин, да, с приближающимся наступающим 23 февраля. И, конечно же, наших мам с наступающим 8 марта. Мам, бабушек, всех женщин, которые приходят к нам. Школа открыта для тех, кто любит искусство и держит курс к новым творческим достижениям. Она дает возможность детям приобрести эстетические, нравственные и культурные знания. На концертах, которые организуют педагоги, царит дружеская атмосфера. Это мероприятие очень хорошее, потому что можно не волноваться совсем. Это не конкурс, ничего не важно. И можно просто выложиться и спеть на удовольствие. Мне нравится то, что можно с помощью музыки передать свои впечатления. Профессиональные педагоги Видновской детской школы искусств будут и дальше прививать подрастающему поколению любовь к творчеству. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.